Фанаты футбола, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. В этом видео пробежимся по новостям, которые мы узнавали в течение недели. И я решил объединить все эти главные события в одном ролике. И еще разыграю 5000 рублей. Кстати, спасибо всем, кто подписывается на канал, комментирует мои видео и ставит лайки. Вы даже не представляете, насколько сильно вы помогаете моему каналу развиваться и продвигаться. Я благодарен абсолютно каждому из вас. Досматривайте видео до конца, и я объясню условия конкурса. Ну и теперь конкурсы на канале будут проходить регулярно, а по воскресеньям будут выходить новостные ролики такого формата. Итак, ну что, погнали? Абаскаль спас себя от увольнения, теперь не имеет смысла отправлять его в отставку до конца сезона. И победа Спартака над Оренбургом спасла Абаскаль от увольнения. Хотя в Спартаке возможно все. После возобновления чемпионата Спартак и Краснодар оказались в схожих ситуациях. Точнее, соотносятся между собой диспозиции тренеров, которые работали с командами в ходе зимней паузы. Оказалось, что у Владимира Ивича минимальный кредит доверия от Сергея Галицкого. Серба уволили после первой же череды неудач, в надежде вернуть в клуб идеалы атакующего футбола. Красно-белые же удивили качественной выездной ничьей с «Зенитом», но после домашних 0-2 от «Факела» с новой силой пошли разговоры о скорой отставке Гильермо Абаскаля. И если у быков обстоятельства сложились так, что Галицкий получил идеальный расклад для того, чтобы дать Ивичу вольную, то в Спартаке после волевой победы над Оренбургом 3-1 в Кубке России и выхода в полуфинал пути РПЛ все подвисло. Не исключено, что до конца сезона. Ну а если менять главного тренера, то сейчас, чтобы за этот небольшой, но хотя бы более-менее ощутимый срок успеть донести свои идеи до футболистов. Но как уволить тренера после победы и прохода в следующий раунд кубкового турнира? Да, впечатления от позора с «Факелом» еще не перекрыты. Но отставка испанца после такого смотрелась бы дико, даже по спартаковским меркам. Конечно, есть вероятность, что Абаскалю придется брать билет Москва-Севилья уже в начале апреля. Все-таки в случае с красно-белыми точно прогнозировать что-либо занятие неблагодарное. Но по всей логике убирать Гильерме до лета уже бессмысленно. Да, можно еще до лета назначить типа Станислава Черчесова, Марка Николича, того же Ивича или Артура Жоржа. Их кандидатуры в последнее время звучали в медиапространстве применительно к Спартаку. Но, во-первых, вряд ли это поможет спасти сезон. Отрыв от первого места 9 очков, а лидер Квинси Промес может вот-вот загреметь за решетку. А во-вторых, в команде, похоже, Абаскаля готовы поддерживать. Во всяком случае, такое впечатление создается после слов самого Гильермо, рассказавшего об эмоциональном выступлении Романа Зобнина в четверг в раздевалке. И такой же акции несколько ранее в исполнении задвинутого в запас Георгия Джики. Вот уж у кого должна найтись тонна поводов для возмущения, но нет. Ну а теперь все-таки пару слов давайте скажу про Квинси Промеса, который все-таки заключен под стражу в Объединенных Арабских Эмиратах. Ему грозит депортация, и походу худший сценарий для Спартака уже начался. Ну и безусловно, у Квинси очень серьезные проблемы. Нападающий Спартака отправлен в тюрьму в Дубае. Ему грозит высылка на родину, где он приговорен в общей сложности к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам – вооруженному нападению на брата и контрабанде. Нидерландская прокуратура в тесном контакте с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Между двумя странами действует договор об экстрадиции. Ну и напомню, что ранее 29 февраля Промеса не пустили на борт самолета в Санкт-Петербург вместе с остальными футболистами Спартака. Изначально считалось, что это связано с уголовным делом нападающего, но позднее выяснилось, что Квинси нарушил закон на территории Арабских Эмиратов, попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Ну и по моему скромному мнению, конечно, это очень глупый поступок со стороны Квинси, и по этой причине местные власти задержали его, но вскоре отпустили без права выезда из страны до суда. На тот момент правоохранительные органы Нидерландов ничего не знали о заключении Промеса. Информацию, как считается, им сообщили российские журналисты. В общем, продолжаю дальше следить за этой ситуацией, но вы в комментариях оставляйте свое мнение по задержанию Квинси и что дальше ему грозит. И, конечно же, неизвестно, но кажется, что шансов все меньше увидеть Промеса в РПЛ. У Спартака есть вариант, кстати, с расторжением контракта. Более того, при определенных условиях красно-белые даже могут затребовать с Промеса компенсацию в 10 миллионов евро. Пресс-служба Спартака уже называла ситуацию непростой в начале ее развития, но сейчас, кажется, дела стали еще гораздо хуже. Ну и, кстати, поздравляем Арсена Захаряна, который забил свой дебютный гол
в Испании и обратился к фанатам Реал Сосьедада после дебютного гола. В 29-м туре чемпионата Испании Реал Сосьедад обыграл Кадис со счетом 2-0. Соответственно, Захарян сказал спасибо за поддержку, очень рад победе и отличному голу. Вперед, Реал! После матча, соответственно, поблагодарил болельщиков Арсен. Футболист отличился на 68-й минуте с передачи Брайса Мендеса спустя 2 минуты после выхода на замену. Напоминаю, что летом прошлого года Реал Сосьедад объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо», и контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за Реал Сосьедад 25 августа. Ну а свой первый гол забил только сейчас. В любом случае, я поздравляю Арсена с его первым дебютным забитым мячом в Испании. Ну а также, по понятным причинам, вероятно, победа «Зенита» в чемпионате России выросла до 65%. Да, по итогам результата 20-го тура РПЛ вероятность того, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне, увеличилась с 50% до 65%. Об этом сообщают различные аналитические данные. В свою очередь, вероятность победы Краснодара в чемпионате России снизилась с 40% до 22%. Ну и при этом совсем немного выросли шансы московского «Динамо» на завоевание титула. А вы обязательно в комментариях напишите, осталось ли интригу у нас в чемпионате или «Зенит» настолько безоговорочный лидер, который, вне всякого сомнения, станет чемпионом. Ну или все же Краснодар так просто «Зенит» не отпустит. И сможет ли «Динамо» навязать борьбу в этой гонке за чемпионство? Также напишите свое мнение по ситуации с Квинси Промесом. Какие есть варианты и что его ожидает? Один из самых, наверное, интригующих вопросов на данный момент – доработает ли Гильермо Абаскаль до конца сезона или уже в этой двухнедельной паузе в «Спартаке» будет смена главного тренера. В общем, оставляйте свои комментарии по различным темам, а я выберу 5 подписчиков и каждому из них отправлю по 1000 рублей. Обязательные условия – это подписка на канал и лайк под видео. Ну вот, собственно, и все. Такой новостной ролик подошел к концу. Всем удачи в конкурсе и пока!